эта херня стоит 300 баксов. Итак, я собрал первый раз в жизни суфлер, установил на него свой планшет, скачал специальную программу, сделал ее настройки, и сейчас мы видим, что в этом стекле отражается перевернутый текст, а вот здесь вот будет видеокамера, и видеокамера будет снимать, и сквозь вот этот текст спикер будет смотреть прямо в камеру и прямо читать текст. Вот такая вот супер штука.